Хотятки это самое. Вот мы возвращаемся с пляжу в отель. Наш отель встречает вот таким потоком. Добрый дядя нам будет махать. Машет. Мы тоже ему помахали. Вот это я так и не понял. Это что тут? Доставка какая-то или что? Парень сегодня сидел. Вот, смотрите, это центральный вход. Вот нас приглашают в какой-то ресторан. Утка по-пекински, конечно же, изображена там. Парковка. Если на машине зеленый номер, это значит электромобиль. Если синий, увы. Так, вот там лобби. Бассейн. Я не снимал. На камеру я не снимал вчера. Вот это мы идем к себе на виллу. А, кстати, это фишка. Прям вообще бабульки пищат. Их там набито. Санаторий китайской медицины. Эх. Не знаю, решится Маша или нет. Расскажет потом Татьяна Дмитриевна. Да, вот он, наверное, как раз этот санаторий китайской медицины. Приходишь туда, ложишься. Чувак или бабёшка тебя там постукает, пощупает, пульс померит. Вот доктор, наверное. Вот. И говорит, чем ты болен. Тут же назначает тебе лечение. И, соответственно, ты его тут же проходишь. 201-я вилла. 201-я. Это наша. Смотрите, что тут творится. Все мы окружены вот таким рвом водяным. Вокруг бассейн. Вот здесь можно плавать. Можно слезть и из окна сигать. Привет всем, кто помнит Стрельникова. А, да, давай, включай свет. У нас тут есть такая гостиная. Для игры в бридж, стол. Тут, ну, уютная такая. Если бы... Ну ладно, это я потом скажу. Вот, в принципе, 2, 4, 6 на шестерых стол. Кухня. Кухонька такая простенькая. Вино, бокалы. Что тут у нас еще есть? Кола. А, слушай, Маш, выход к бассейну же. А, да, точно. Смотрите, еще какая у нас есть. Смотрите, приколюшечка какая. Пикаем сюда, заходим. А здесь уютная кают-компания. Семен сказал, это типа каминная. То есть можно вот здесь вечерком собраться, отдохнуть. Да, выход во двор. Ага. И вот он, персональный бассейн есть тут. На вилле. Там вода вообще, наверное, горячая. Нет? Нормально. Теплая, нормальная вода. Вот можно здесь время проводить. Телевизор. Вот это единственный наш пробел, пока мы не смотрели еще телевизор. Печаль такая. Так, тут у нас какой? 20.11. Это Татьяна Дмитриевна не поехала. Пустует он у нас, пустует. Что еще у нас тут? 20.12. Рива Николаевна не поехала. Пустует. 20.13 номер. Тут у нас живут поцки. Наверное, в бассейне. Он, наверное, переоделся, ушел в бассейн. 2015. Это наш номер. Вот смотрите, сверху. Это вот тот бассейн, о котором я говорил только что. Свет включила, Маш? Не включила, да? Включила. Вот, смотрите, какие у нас тут хоромы. Вход. Окна панорамные. Телевизор, телевизор китайский.
Стол. Кровать. Нереальная. О, смотрите, что тут. Ну, окна, конечно, не моют, гады. Ну, такое ощущение, ты типа в джунглях живешь тут. Здесь у нас лаунж-зона. Диван, кресло. Тимыч хотел к нам сначала забираться на эти кресла. Говорит, я что? Я, говорит, у вас могу тут жить. Накидайте мне каких-нибудь подух простыней. Не буду у вас тут тусить. Тут у нас типа санузел. Сейчас я открою, чтобы было виднее. Это ваш покорный слуга. Вот у нас два умывальничка тут. Здесь есть выход. Выход еще, блин. Вот такая зазаборенная терраса. С джакузи. Джакузи. Что творится вообще? Смотрите, а здесь, ну, другие виллы. Как бы. Но у нас вот так. Вот, стало быть, джакузи. Санузел, вот смотрите, стеклянные двери. То есть для такой, для своей компании. Стеклянные двери. Одну дверь открываешь. Тут. Тут залет. Здесь открываешь. Здесь у нас душик. Как-то так. Шампуня, смотрите. Все включено, да. Китайский сервис. Ой. Вот такая. А, смотрите, еще не показал. Пагода такая, типа. Купольного типа. Ну все, короче, у пацанов не могу пока снять, они закрылись. Гады или ушли в бассейн. Сейчас я закончу, и мы тоже пойдем в бассейн, и я покажу еще бассейн. До скорого. Симпа-пупсики. Я обещал доснять вам эти обзор комнат в отеле нашем. Вот сегодня комната Семенуса и Тимофеуса. Это к ним вход. Это у них ванная комната на одну раковину. Комната для двоих, раковина одна. У нас... У вас там вообще тоже комната на двоих? У нас комната на двоих, но у нас две раковины. Прикиньте. Так у вас там огромный коробок. Тут туалетус. Он, смотрите, за какой. Вот так. Нет, ты вот посними. Чё? Открой. Да ещё, да я дойду, да чё ты? Туалет. И китайцы тут поставили телефон. Ну, потому что если ты будешь сидеть, тужиться, и у тебя лопнет сосуд в голове, ты сразу позвонишь. Ага. Это помощь вызывать, Сёма. Сосуд лопнет в голове, ты не смог. Или ты сидишь в туалете, а тебе звонят, и чё тебе, быстро подрываться и бежать, что ли? Неподтёртый, ты отвечаешь сразу. Ну, блин, а если что-то срочно, если мама звонит из Москвы? Это душ у них, смотрите. То есть, как бы, душ и туалет, они тут как бы рядышком. Вот, разделены. У вас тоже комната на двоих, почему она у вас такая огромная? Потому что мы, как бы, взрослые. Потому что вы в делюксе или у нас одинаковый? Нет, мы в делюксе, а вы в холле делюксе. А что ты ходишь в обуви? Что вы ходите в обуви тут? Лашпеты. Куда? А ты? У пацанов тут вообще, вот у них мини-бар зато есть тут. Еда, лампа. Давай включим можете, тоже. Можете, кстати, забрать. Чайник. Чтоб свет был. Чайник, они вообще не порадуют. Телевизор у них есть, кондиционер. Две кровати. У нас одна, у них две. Так, а у вас зато есть еще плюс два дивана. На спальнях-то место у вас там. Четыре. Тим, что с тобой? Боже, ты падаешь сейчас, ты шатаешься. Нет. Тебя что, укачало в автобусе? Да что? Уже ноги не держат. Божечки, божечки. Ну вот так вот живут они.
Омские школьники на Хайнаньской земле. О, кстати, бутылки новые завезли. Угу. А вам сколько бутылок? Слушай, я не знаю, Тим, сейчас буду смотреть. У нас 4. У Сёмы вот тоже телефон. Короче, тут у них телефон и возле толчка телефон. Папа. Телефонизация конкретная. Папа, ну все. Нас обманули, здесь я попил немного воды, а вот эту штуку выбросил. Нам просто ее обратно вернули, а воды не налили. Печалька. Да. Вот это... Симпопупсики, вот вход в лобби. Михаил, мужчинка нас поприветствовал. Вот тут тети добрые нас регистрируют. А? Рыбы, я их первый раз вижу. Смотрите, да я не обратил внимания. Смотрите, что тут творится. Смотрите, какая красота. О, знакомый. Ген, как Гена я сейчас. О! Тима! Тим, я как Гена. О! А где тут можно хоть присесть где-нибудь? Где мы вчера сидели только. Да? Вот смотрите, вот такой бассейник здесь во дворе, а там озерко. А вы где ложили барахло свое? Вон. Тут кто-нибудь есть, нет? Может, вот тут? Ну вот я тут еще. А что ты зонтик не открыл? Чтобы глазик не светило. Что, искупаемся или не будешь? Тут еще лодочная станция. Мы вот тут с Машей вчера подбухивали, сидели. Пивко крафтовое. Кстати, брали вчера крафтовое пивко китайское. Вообще очень интересно. Прям молодцы. Тут Тимми наш шлепалки. Чего они тут у него все бросил? Вот смотрите, это типа озерко такое. И по берегам этого озерка, соответственно, наш хотел. Можно взять покататься, наверное. Ну, мы вот так все фотоются. Тут самый главный вид вот именно вот здесь. Ты что забыл, зайка? Ты что забыл? Попрыгальчик. А-а-а. Как правильно говорить? Хуболку. Хуболку. Правильно? Сразу пихает. Дядя смотрит, чтобы мы не утонули. Потому что под пивас-то можем и утонуть. Я, кстати, взял пивка. Перейду я туда в тенечек. Что-то мне. Тут в тенечке получше, мне кажется. В тенечке получше. Ты прыгаешь или заходишь? Ну, можно вот тут смотреть, что можно. Внимание, не свалитесь. Не нырять с борта, да, а не прыгать, короче. Но play, не играть и не прыгать, Тим. Написано, не играть и не прыгать. Молодец. Давай, короче, передай всем привет бабулям всяким. Давай, скажи. Всем привет, а я пока. Всем привет, а я пока.
Ну да, типа того. Кстати, снимаю с фильтром ND32. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Еще раз маленький обзорчик.